Сан-Франциско – один из старейших и самых разнообразных городов Америки, живописными видами, туманом и уникальными кейбл-ка-трамвайчиками. Дома в этом очаровательном городе являются одним из самых востребованных в мире. Независимо от того, приехали ли вы в Сан-Франциско для работы или отдыха, здесь есть район, комьюнити или сообщество и дом для каждого. Умеренный климат Сан-Франциско, характерные резиденции, изобилие природы и разнообразие культур – это лишь некоторые из вещей, которые могут ожидать как посетители, так и местные жители. С бесконечными возможностями для активного отдыха, такими как походы, гольф и серфинг, а также огромным выбором интеллектуальных занятий в известных университетах, неудивительно, что этот город привлекает международное внимание. Историческая архитектура Сан-Франциско, его знаковый мост «Золотые ворота» – это лишь одно из немногих, которые делают недвижимость здесь такой ценной. Величественные особняки, сказочные коттеджи и хорошо сохранившиеся викторианские дома – это лишь некоторые из архитектурных опций, доступных потенциальным владельцам жилья в районе залива. Каждая со своей историей и атмосферой района. Бывшие промышленные районы становятся популярными для проектов городского обновления. Первоначально основанный в 1776 году испанскими колонистами, Сан-Франциско назван в честь своего покровителя, святаго Франциска Ассизского. Город резко вырос в 1849 году во время Золотой лихорадки и в одно время был крупнейшим городом на западном побережье. Сегодня каждый дюйм Сан-Франциско считается выгодным вложением. Этот уникальный город был построен одним из самых интересных инновационных пионеров в истории Америки. Адольф Сутро ответственен за значительную часть развития Сан-Франциско. И руины его необычного предприятия Ванны Сутро, Сутро Бас, все еще можно посетить среди зелени Пресидио. Кой Тауэр. Это еще одна из известных достопримечательностей Сан-Франциско. Была построена на деньги, пожертвованные городу Лили Койт, удивительной женщиной, ставшей покровителем пожарных Сан-Франциско. Среди известных жителей города можно отметить члена зала славы бейсбола Джо Димаджио, писателей Джека Керуака, Уильяма Бируоса и Даниэл Стил, музыканты Джерри Гарсия, Грейс Лик и Дженнис Джоплин, каждый из которых помог формировать уникальный характер Сан-Франциско. Сан-Франциско также является домом для некоторых из лучших ресторанов мира, с большим упором на свежую, органическую, фермерскую еду, создавая гастрономический рай для тех, кто ценит еду как искусство и удовольствие. Премиальные музеи, балет Сан-Франциско и американский репертуарный театр – это лишь некоторые из культурных достопримечательностей нашего города. Для любителей музыки в Сан-Франциско есть симфонический оркестр и опера, а также популярные музыкальные учреждения, такие как Fillmore и Stan Grove Concert Series. Независимо от того, что привлекает вас в этот чудесный город – бизнес, искусство, архитектура или природные пейзажи – Сан-Франциско – это институт культуры и промышленности, который продолжает расти и меняться. Никогда не было лучшего времени, чтобы оставить свое сердце и построить свой дом в Сан-Франциско. Меня зовут Игорь Ручка, я риэлтор, могу вам помочь. А звоните мне, пишите, мой мобильный телефон 415-308-1040. Всегда буду рад помочь.